воротах Виталий Коваль, номер 31. Собственно говоря, к этому мы уже привыкли. Вперед идет Атлант. Опасный момент. Бросок наносился. Затем шайба добавлялась. Но, в общем-то, дело ничем не закончилось. Немножечко переведем дух. 41 секунда в этой встрече сыграно. Борются игроки Атланты. Передача в центр. Бросок. Снова довольно-таки опасный. Это Алексей Михнов. Передача за воротами. Там и Макаров, и Потапов. Хороший момент. Ну бросать же! Нет. Атлант теперь уже в атаке. Снова острый момент. Смотрите, как команды отвечают остротой на остроту друг другу. Да, Андерсон! Добивать! Нет. Эллисон чуть-чуть снова не добежал. Начинает атаку. Достаточно еще времени для того, чтобы войти в зону, бросить. Хороший момент! Нет, снова Галимов. Атлант атакует. Острейший момент. Раз ее не выиграть, к сожалению, не удалось. Атлант идет в атаку. Очень опасно. Коваль надежен. Коваль отпустил, к сожалению, шайбу от себя. Энкель заставляет своему партнеру. Тут уходит за ворота. Это Максим Майоров. Снова на Энквиста. Снова Майоров. Какую карусель закрутили. Выносите ее. Ребят, куда подальше. Раз мне удалось выиграть нашим ребятам. Передача за ворота. Тёрнберг. Тёрнберг выбирается из ворот. Бросает. Нет, не сумели наши добавить. Юнас Андерсон не смог это сделать. Михаил Варнаков с шайбой. Пас вперед. Опасный момент. Бросок. Галимов. Ну, Галимов отражает эту шайбу. Юскиет не стал бросать сразу. Передача на Диму Макарова. Макаров! Макаров! Два броска подряд Макаров наносил. К сожалению, не удалось забросить. Есть еще время. Макаров! Нет. И снова не удалось торпедовцам забросить. Тёрнберг попытался проткнуть ее вперед. Торпеда остается с шайбой. Давыдов. Давыдов прострел. Юнас Андерсон накатывал там на дальнюю штангу. Не удалось замкнуть эту шайбу. Тёрнберг на Андерсона. А вот Андерсон к этой передаче был не готов, зато готов к ней Максим Майоров. Опасный момент у ворот Коваля. Ой-ой-ой, опасно, гол. Атлант идет в атаку. Это наш шестой. Снова Сергей Шмелев вырвался. Гол и еще раз гол. Ну что ж, поздравляю вас, дорогие друзья. Торпедовцы сравнивают счет. Если честно, я даже сам не ожидал, как это все быстро произошло. Атлант снова бросается в атаку. Наши выбрасывают шайбу, но Атлант продолжает атаковать. Бросил по воротам. Шайба не дошла до Коваля. Коваль уже плечом отражает. Ох, как было опасно. Еще один прострел. Уже Атлант в атаке. Передача в центр не получилась. И нормально контратаковать. Можно выход практически один на один. Хороший момент. Бросок! Галимов! Борьба за воротами. Не надо. Не надо, дорогие друзья, свистеть. Все там нормально было. И, собственно говоря, Атлант продолжает свою атаку. Слышу я наш барабан на фан-секторе. Гонит он торпедовцы вперед. Да, в атаку идет Атлант. Очень опасно. Атлант продолжает. Жива плести около ворот Коваля. Бросок по вороту. Ой-ой-ой. Какой неприятный рикошет там, по-моему, от Михаила Тюляпкина сейчас произошел. Вынуждены торпедовцы сейчас в положении обороняющейся команды находиться. Энквист забрасывает шайбу до ворота. Там Майоров с нее борется. В итоге шайба у Шевченко. Ну, Эллисон подставил клюшку. Еще один опасный момент. Нет, нет. Все хорошо. Майоров. Хорошо, что упустил шайбу с клюшки. Могла очень неплохая атака получиться. Торпедовцы идут вперед. Варнаков в меньшинстве бросает по воротам. Торпедовцы снова с шайбой. Макаров. Нет, не дали бросить. Варнаков! Ух ты! Все. Атлант на очередной заход идет снова. Крикунов мимо. Илья, ну, мы поняли. Мы поняли, что ты сегодня очень активен. Но, собственно говоря, давай уже как-то поскромнее своими бывшими партнерами. Еще один бросок по воротам. Коваль на месте. Бросок. Минута 20. Есть еще время на голевую атаку у торпедовцев. Пас на Потапова. Тут хорошо принял шайбу. Оставил ее для торпеда. Макаров, отличный момент. Забивать! Нет. Галимов открывает шайбу. Макаров выиграл это вбрасывание. Варнаков подхватывает шайбу. Сейчас пойдет Миш за ворота. Так оно и есть.
Сейчас там накрутит своему соперника. Так оно и есть. Последняя минута периода. Васильев. Остается торпедовцы с шайбой. Передача. Нет, просит ворота Потапову. Не позволили. Шайба по-прежнему у торпеда. Нужно довести атаку до ума, до разительного броска по воротам. Макаров! Гол! Дмитрий Макаров! Аплант идет вперед. Максим Майоров, 16 номер. Полно проблем от него было. Энквист. Опасно! Аплант идет вперед. Шайба с воротами торпеда. Опасный бросок. Выбит шайбу куда подальше, куда угодно. Но только вот отсюда. Шайба в зоне соперника. Нет, не получилось ей завладеть. Атлант идет в атаку. 12:39 играть. Бросок к воротам. Ковы на месте. Варнаков. Знаете, как Варнаков Донбассу, да? Забил. Нет, Глухов. Нет, не удалось пробить Галимова. Торпеда продолжает играть в большинстве. Теперь у нас Евсеенков на синей линии. Бросок! Добить! Снова не удается добавить шайбу. Еще полминуты есть у торпеда. Эллисон. Эллисон. Там что-то ему показывает Евсеенков. Эллисон бросает сам. Не получается. Отражает шайбу Галимов. Шайба остается во владении Атланта. Эллисон накатывает как бросок! Не получилось. Эх, пустой угол. Ну добить же. Ну Евсеенков. Нет, никто не смог добавить шайбу уже в пустой угол. Да не жалко голоса абсолютно, дорогие друзья. Атлант в полном составе. И потеряли мы шайбу. Очень опасная контратака. Хозяев всеми силами нужно останавливать. Сзади там игрок. Спасибо. Спасибо за то, что отдали шайбу Виталику Ковалю. Вдвоем там Валуйского укладывают на лед. Шайба снова у Счастливого. Опасный момент. Уезжает за ворота Счастливый. Тюляпкин бросает. Нет, не получилось добавить шайбу. Вырывается по правому борту. Бросок по воротам. Коваль прижимает шайбу ко льду. Все в порядке. Так, Макаров, Потапов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прошу прощения. Выдал снова желаемое за действительное. Очень частые смены пошли у нашей команды для того, чтобы поддерживать стабильно высокий темп. Евсеенков. Евсеенков добить же. Ну, не удается это сделать. И последние секунды Атлант, видимо, проведет в атаке. Опаснейший момент. Судья поднимает вверх руку. И будет удаление. Минута 25. Остается играть в меньшинстве торпеда. Опасный момент. Ух, ёкнуло сейчас, да? Продолжает Атлант атаковать. Еще одно удаление у торпеда. Отправляется на скамеечку запасных. Голкипер Галимов. Батырщиком. Подставлена клюшка. И так все просто для Атланта. 3 минуты 15 до окончания овертайма. Атлант атакует. Бросок по воротам. Шайба не доходит. На Ковале. Батыршин. Гол. К сожалению, Батыршин ставит точку в этом матче. Матч важный был. Решающий такой, да? Для плей-офф. Как игра плей-офф для нас. Ну, команда билась, значит, единственное, значит, подвела, конечно, игровая дисциплина в конце. В общем, у нас поначалу какие-то были немножко небольшие проблемки, нужно было по ходу игры корректировать, носить изменения. В общем-то, в целом, игра, еще повторюсь, была очень-очень напряженной. Видно, что обе команды, скажем, не имели права на ошибок, только победа устраивала любую команду, а обе команды. В общем-то, нам в конце, скажем, повезло.